Добрый день, первокурсники, профессорско-преподавательский состав. Студенческий совет открывает двери для самых ярких, креативных, амбициозных ребят. В студенческом совете 32 объединения, где каждый из вас, уверяю, найдет дело по душе. Студенческий совет ведет активную социальную политику. Заходите в группу, следите за всеми новостями, участвуйте в наших многочисленных мероприятиях, конкурсах. Сделаем жизнь студенчества в Военмехе интересной вместе с вами. Также ближайшее мероприятие, которое вас ждет, это квест первокурсника. Вся информация будет в группе. Также я надеюсь, что каждый из вас нашел своего куратора, и после официальной части куратор ваш проведет в нужной аудитории, чтобы выдать вам зачетные книжки и студенческие билеты, чтобы вы почувствовали себя уже настоящими студентами. Поэтому, ребята, я желаю вам успешной учебной деятельности в университете, общественной. Реализуйте свой потенциал и свои идеи вместе со студенческим советом. Спасибо.